Всем привет! Вы на канале Мисс Элис, и сегодня у нас Новый год! Алиса крутится. Да. Я очень люблю. А Соня перебирает завалы конфет. Просто ты ко мне не объективно относишься. Только целую тарелку не поднимай, тяжелая. Бух упадет все. А вдруг на ногу? Ой, какая конфета, да? Классная? Делюсь с вами. Вкусная. И у Сони конфета. Соня, что с конфетой будет делать? Хочу почувствовать клубничного вкуса. А у тебя конфета какого вкуса? Как петушки. Как петушки? Вкусная? Угу. Ёлочка нарядная. Уже без 4 минут. Шампанское берем? Друзья, сейчас пойду на саду, мама не останется, у нас идет дождь. Дождь идет, да. Мой папа поснимает, покажет вам и салют, и себя, и других. Я думаю, если хорошее шампанское, то им будет такое. Соня, ты что буянишь? Ля-ля-ля. Что там? Одень капюшон. Алиса, капюшон одень. А что там зубочистка делает? Ладно. Давай всех поздравляй. Ну все, Ярик. Всех с Новым годом! Бабушка за дом. Дорогие подписчики. Одень, пожалуйста, капюшон, да. Снизу скорее. Я не могу, я боюсь. Ничего, да, хорошо. Вот снизу бери. Все, дай, держи. Ну, давай, смотри на меня. Алис, смотри на меня, желай быстрее, пока не потухло что-нибудь. Всем, я хочу, чтобы... Я пиротехник. Чтобы все жили долго и никак не... Хочу большой дом! Хочу большой дом! Да быстрее бери. Алиска, ты не хочешь зайти в комнату? Да, бабушки. Хочу. Ну, хочешь? Да. Заходи, а то пока ты салют смотрела, тут кое-что изменилось. Ой, с Дед Мороз приходил? Осторожно. Да? Мы пока тут с Соней плясали. Да, плясали. Да. Колдовство. И не видели, что там творится. Посмотри, какая красота. Так, это не наша, это не наша. А где она? Это не наша. Это Владюша, я так думаю, просили передать. Вот это Алисина, а вот это Сонина. Ну-ка, давай смотри, что там. Что такое? Лол? Ты довольна? Это тебе. Ой, это тоже. И это тебе? И это все время тебе? А это мне? Спасибо. Неси, что там у Сони? А вот она, Сонина. Ну-ка, давай посмотрим. Соня. Ой, не терпится, да? Да, не терпится. Давайте открывать лол. Ой, это, между прочим, новая серия, Алис. Декодер, да. Декодер? Ты довольна? Да, я обожаю декодер. Ой, обожаю. Соня, иди, будем твой подарок смотреть. Давай, ребятки. Давай скорее посмотрим. Ребятки, я сняла свой, давайте открывать. А что тут у Сони? Ой, Соня, глаза разбежались. Смотрите! Ой-ой-ой, Соня, сколько сюрпризов. Давайте скорее открывать. Соня полезла. А у Сони что? Ну-ка, большая коробочка. Привет, друзья. Мне уже принесли подарки. Доброе утро. Да. Оно очень раннее. Мама не выспалась. Я тоже. Ребенок очень ждал подарки. Давайте притащим подарки все сюда, а потом посмотрим носки. Носки полные. И под елкой подарочки. Давай смотреть, давай, читать. Давай, читай, там вот написано. Тут Алиса. Так, может, ты сразу будешь открывать? Ой. Что там? Давай. Ой, пакет какой интересный. Со свиньей. Скотч. Игра.
Какая? Показывай. Нам челлендж будет классный. Слепую сыри. Заказывала такую? Да, заказывала. А тут еще автобус Монстер Хай стоит. Ты посмотри, какой он огромный. От него даже отвалился цветочек. Я вообще не представляю, как Дед Мороз его дотащил. Я сама не знаю. Алис, вот, ой, возьми его. Нет, прям... Я хочу, чтобы просто было видно, насколько он огромный. Ой. Тяжелый. У меня сейчас руки отвалятся просто. Он просто это нереально здоровый. Он уже даже ленточка отвалилась. Так, что там? Там тут прочитай, я не поняла. Так, там Соня написано. Вот на белом Соня. Синий смотри. Алиса. Давай распаковывай. Давай. Мы посмотрим, что это. Мне не терпится распаковать автобус. Мне тоже. Я такую гигантскую бибику еще не видела. Тут опять какая-то икра. Да я такую всю жизнь мечтала. Да? Да? Да. Что там за игра такая? Это же мусорное ведро твое. Да. А ты его и в письме, по-моему, не писала. Это новое. Ух ты! Здесь какое-то новое. Мусорное ведро, какое прикольное. Лунибин. Будем играть? Да. Ой, лохматулька такая. Так, это Соня. Беги это скорей Соня. Носки смотреть. Да. Хэппи бокс, помните, мы видели, я хотела взять. О, такой огромный. С котиками. Смотри, какие тут. Открывать будем? Да. Давай сначала все это. Давай все достанем. Только мне тебя за волосами совсем не видно. Давай. Что там еще? Ничего себе. Это блокнотик с замочком. Да, я хотела. Ты такой хотела? Да, это с мятами. Так, это. Ой, какой миленький блокнотик. А там что, поняшки? Да, вот эти. Так, еще что? Я у него заказывала. Еще, ой. Ну давай, снимай носок. Что-то там такое прям не достается, да? Там что-то огромное, я его чувствую. Лоу. Это Лоу Монстер Хай. Это ты такой хотела открыть? Да. Посмотрим, что там. Да. Ну давай открывать. Но она проснется, будет открывать. Конечно, обязательно. Тут скотч. Я когда взял скотч? Помочь? Да. Давай. Ой. О, как он его в носок-то запихал. Мне кажется, поэтому ты и проснулась. Мне кажется, он только ушел. Уже невозможно так рано встать самой. Ух ты. Там что-то трясется. Ничего себе, он так упакован еще добротно. Легко снимается? Да. Здорово. Тут по сказке не было. Я думаю, что на монстрах-то не будет, наверное. Мне интересно, что там за монстряшка. Кстати, пока Алиса открывает шарик... Я покажу вам на столе тут у нас подарки, которые вчера мы от бабушки с дедушкой привезли. Мы так и не показали лего, которое Соне подарили. Это у нас Белль. Там и часики, и мне нравится миссис Попс, по-моему, этот шкаф называется. Но сегодня будем собирать, покажем. И Лола, Лизка же открыла. Мы тоже вам не показали, какие куколки попались. Ой, там очень покажем. Классные. Да, она все покажет. Фиолетовый шарик. О! Показывай. Кто это? Куколка. Тут у нее еще расчесочка. Мне кажется, она чем-то на Барбоскиных похожа. Котиком! У меня первый раз. Ух ты, какая сумочка классная. Котиком. Хорошо принесу, кстати.
Вообще, сумочка клёвая. О! Котик. Вот котик. Ну, давай. Ты уже догадываешься, кто там? Да. Я догадываюсь. Кто? Повторка. Да ты что? Обидно. Из 24 нам попался опять спайк. Это какой-то необычный хэппи-бокс. Тут две игрушки. Ух ты. Причем это два кота. Мармеладки папе. Мармеладки. И два пакетика. Давайте начнем. Давай. По синенький. Что вот там тут... за котик будет? Пакетик такой классный с лапкой. Ага, лапка. Я надеюсь, в одну коробку две одинаковые не положили? Котики, котики, любимые Алисины котики. Так, кто-то беленький. Ну-ка, скорее. Доставай, интересно. Девочка. Ой, какая хорошенькая в шарфике в зимнем. Такая белая. Прикольная. Ну-ка, она мягенькая? Да, мягенькая. Она лежит, похоже. Да, она засыпает. Так, котик. Ну что там? Я пока покажу. На коробочке нарисована эта кошечка. Там кто-то желтый. Ее зовут Нега. Нега? Угу. Тут кто-то реально желтый. Так, желтый. Это прикольно. Желтенький. Тут два желтеньких. Полосатенький! Ой, какой классный! Тебе нравится? Да. Обалденный даже, котик. Мне даже этот больше понравился. Мне тоже. Классный блокнотик. И все в сердечках и цветочках, и все розовое, как Алиса любит. Да. Да. Если что будешь записывать? Что будешь записывать туда? Секрет. Хорошо. Мы открыли автобус монстра. Громадный. Смотрите, как стулья крутятся. Все вращается, все вертится, все открывается. Это тут я шкафчики. Сейчас сделаю. Да, тут шкафчики ставятся. Смотрите, а тут... А тут папу видно. Надо убрать папу с заднего плана. А тут что, показывай. Зеркало достается. Еще у Алисы там какая-то стоп. Мебель в руках. Да, это какой-то шкафчик с напитками. Сейчас мы смотрите, посмотрим еще аксессуары. Тут бассейн. Тут бассейн. Короче, это целый дом, а не автобус. А тут руль. Руль крутится, да, и куча народа Сергей. Может поместиться. Да? Здорово? Да. Давай, показывай. Тут написано шарики. Ой, тут у меня уже слой снега. А это мы вчера, да, я показывала, как мы вот это открывали. Я не показывала, что у нас попалось, потому что вчера был шум-гам, мы там все отмечали, праздновали. И было уже сложно что-то показывать. Где там Алиса за волосами спряталась? Как проснулась? Вот. Ой, классная такая. Ребят, нам очень понравилось. И понравилось, как она прорисована. Смотрите, глазки четкие, волосики четкие, да? Угу. Прям классная куколка. Прям на оригинал похоже. Да, вторую покажи. Вторая, она уже другие пиксели. И вторая куколка у нас попалась. И еще много маленьких сюрпризиков. Там, по-моему, были короны, бутылочки. Ну да, ну я все на кукол понадевала. Да, поэтому оно все здесь. И вот такая вторая куколка нам попалась. Розовенькая. Друзья, вот Соня, давай будем открывать подарки. Ну что, Сонь? Соня, правда, проснулась, еще не понимает, что происходит вообще. Ну да, ей посмотри. Сейчас, я же еще не распаковала. Соня, смотри, что там? Это же бутылочки я вижу. На. Ух ты. И еще бутылочка. На. Вот, скажи, интересно, шампунька. Вот, смотри, Соня. Магнитные истории. Соль, посмотри, что здесь. Давайте посмотрим тоже. Это магнитные истории времена года. Алиса, ты знаешь, что тут делать надо? Нет. Здесь есть магнитная доска и магнитные фигурки.
И можно из них создавать целые истории. Как ты любишь сказки. Ага. Ух ты, а я тут что-то увидела. Посмотрите на Соню. Бедный ребенок только встал. Книжки-малышарики, Соня, смотри! Скажи, Соня, не понимаю, что происходит вообще в этом доме. Смотри! Это водная раскраска, водичкой просто можно вводить, они цветные станут. Представляешь? Мне кажется, Лисе тоже понравится. Ух ты! А здесь есть еще книжечки, по которым можно учить цвета и клеить наклейки. А здесь у нас книжечка с наклейками, где формы надо учить. А здесь что? А здесь... Прятки. Да! А здесь прятки в доме. Смотри, это то, что ты любишь, Алиска. Здесь есть наклейки всякие разные. Даже с малышариками есть. Сонька, ты что же такое любишь? Надо клеить. Ой, как здорово. Что, Алиса у нас уже следующая открывает. Бедный ребенок. Сонь, скажи, что такое? Тут три кота для Сони. Велосипед какой-то. Да ты что? Сонь, что происходит? Расскажи мне, что происходит? Скажи, я не выспалась, еле встала. Меня тут чем-то загрузили. И я пока не понимаю, что происходит. Да? Соня, тебе подарки принесли. Соня, смотри. Три кота мои любимые. А кто это, Сонь? А что у нас? Котики? Это твой любимый мультик? Ой, зеваю. Что там в носке попалось? Соня, пока три кота рассмотрит. Соня, смотри. Сонь, кто это? Это один недостающий персонаж из малышариков. У нас все есть. Не было только барашика. Смотри, тут все есть. А это что такое? Игра. О, это книжка. Книжка-пазл «Вундеркинд с пеленок. Домашних животных будем учить». Соня, ты готова? Телефончик три кота. Ух ты! И телефончик три кота еще, Сонь. Скажи, что там еще? Что за магические носочки? Давайте. Ой, барашек! У нас теперь есть барашек. Давай открывать, Соня. Телефончик. Открывать, у меня есть барашек. У меня есть три котика. Ух ты. Алло, алло, смотри, Сонь, тут кнопочка. А надо, наверное, батареечки поставить. Сонь, поставим батареечки, чтобы ля-ля было. А, я тоже люблю такие игры. Алло. Смотри, это Гусь. Алло. Кто звонит Соне? Помоги мне, Сурбай. Я вам пожалуйста. Кто там сказочку слушает? Алиска у нас открывает три кота. Смотри, тут мама, у нее крутятся ручки, ножки. Прикольно. Соня, тебе звонят. Алло. Так, котики побежали к Соне, котики. Скажи, что такое? Меня обложили тут всем, чем только можно. А вот тут даже хвостик крутится. Давай мне котиков. Ой, какие котики. Это карамелька. Тут. Есть, вот давай котика. Давай. Давай котика. Вот он. Вот, а почему компот в синем? Он же в зеленом. Не знаю, вот так сделали. Дай еще компота, скажи. Дай компота. И папа кот. Смотри, какой. Ой, какой папа кот. А велосипед. И велосипед давай. Ой, ой, как интересно. Скажи, столько подарков. Какое замечательное доброе утро. А-а-а.